Красота, грация, женственность, настоящий волевой характер спортсмена, смелость и большое желание быть первой. Все эти качества прекрасно сочетаются в молодой и перспективной дзюдоистке, двукратной чемпионке Казахстана, призерше международных соревнований Мариан Урдабаевой. Со спортом девушка подружилась еще в детстве. Несколько секций почти сразу были забракованы юной атлеткой, а затем она познакомилась с красивым, но довольно жестоким видом – дзюдо. Я ходила на плавание немножко, немножко на гимнастику, на карате ходила. Но когда я попала на дзюдо, мне там понравилось, мне стало интересно. То есть были интересные тренировки. Мариан с самого детства отличалась активностью, стойкостью и волевым характером, качествами, свойственными для настоящего фаната своего дела. Первый мой чемпионат Казахстана по взрослым, так как я была еще маленькая, тренер вообще на меня тоже не рассчитывал, но я помню это состояние. У меня не было такого какого-то безумного волнения, что это ответственность, не ответственность. Я просто выходила, у меня было какое-то вдохновение. Я от всей души боролась, и у меня получилось. В тот момент я завоевала серебряную медаль, выплыла мастера спорта. Тогда впервые меня заметили. Постоянные тренировки, перелеты, соревнования, где победы сменялись поражениями, боль и радость научили молодую спортсменку идти вперед, несмотря ни на что. Но шанс выступить на главном и самом желанном старте четырехлетия Урдабаева упускает, проиграв сопернице на чемпионате Азии. Получить путевку на летнюю Олимпиаду в Лондон ей не удается. Казалось бы, все ожидания и надежды рухнули. Большой спорт порой бывает довольно жесток. Но главное не сломаться, выстоять и бороться дальше. Мне сказали, что все, уходи, ты не попала, у тебя уже пора уходить, другую жизнь начинать. Я сидела, я задумалась и спросила себя внутри, хочу ли я этого. И поняла, что что-то еще осталось, что что-то не реализовалось. В этот переломный момент жизни Мариан поддержали ее родные и близкие. В нее верили и вселили в девушку былую уверенность. С наставником и первым тренером Талгатом Биабулиным спортсменка работать закончила. Кроме того, она решилась на еще один смелый шаг – сменить весовую категорию. Я проиграла на Азии, и у меня было 4 месяца лета. Я не тренировалась, в смысле дзюдо. Я ходила на плавание, я подлечивала травмы, немножко играла в футбол. И решила посмотреть, как у меня будет вес. Только не агрессивно так сбрасывать вес, а потихоньку. Ну, за счет еды, за счет тренировок небольших. Вот, и потихоньку-потихоньку у меня вес упал. Мне, конечно, было очень страшно, что у меня не получится, что вес не уйдет, что в самый последний момент у меня не хватит сил на это. То есть, ну, вес согнать одно, а выйти бороться – это совершенно другое. Былая уверенность в собственных силах стала постепенно возвращаться. Вновь появилось то вдохновленное чувство и желание бороться. Урдабаева поняла, что еще не реализовала себя в большом спорте. Я почувствовала, что у меня внутри глубокая нереализованность. Именно в спорте, именно в этом деле, что если я уйду, я буду даже жалеть об этом моменте. Да, конечно, большой спорт – это большая лотерея. То есть может вот так попасть, что я и попаду, не попаду. Но тем не менее, я осталась и стремлюсь. Ну, на тренировку она вроде бы такая целеустремленная, у нее есть перед собой задача. Пока вроде бы идем, тяжело, но как бы добиваемся понемножку, каждая ступенька дается нелегко. Ну, главное, есть желание, есть характер. Уже в весовой категории до 63 кг спортсменка выигрывает первенство Казахстана 2013 года. Успешно выступает на Кубке Европы и на мировых этапах Гран-при. Вне спорта Мариан очень спокойная, жизнерадостная, позитивная и открытая девушка. Все свое свободное время предпочитает посвящать семье, друзьям и активному отдыху. Родители всегда доверяли мне, всегда считали своим мнением, считали своим выбором. И никогда не было, чтобы это нельзя, это можно. Есть такое, есть такие варианты. Это плохо, это хорошо. Твой выбор, твое решение. Умей принимать ответственность на себя. То есть у меня вот такое воспитание было.
Я люблю на велосипедах кататься, я люблю поплавать. Сейчас я увлекаюсь трекболом, мои друзья. То есть по воскресеньям, когда есть время, вне сборов, мы выезжаем и играем. Горы – это безусловно. Вот. Кушать тоже люблю готовить, даже нравится, хвалит меня. У меня мама повар, поэтому что-то досталось мне. Вне борцовского ковра Урдабаева не менее целеустремленный и располагающий к себе человек. В 2012 году ведущий казахстанский спортивный портал по итогам голосования своих читателей назвал ее самой красивой спортсменкой года. Девушка успела попробовать себя в съемках музыкального клипа, и возможно, что не за горами и ее актерский дебют. Да, я сейчас одену кимоно, я буду тренироваться, я буду бороться с пацанами, но в жизни я стараюсь это не проявлять. То есть даже с моим молодым человеком я нежная, пушистая. Там, он даже иногда удивляется, как так, там, многие боятся тебя. Вот. Действительно, мне многие парни, не зная меня, побаиваются. Конечно, бывают моменты, когда оденешь и юбочку, и платье, но так как стиль моей жизни более спортивный, что я люблю и в горы походить, и в основном на тренировку выхожу, то есть не в офис, естественно, я лучше одену кроссовки, шорты, джинсы, там, майку сверху, вот, и бегу на тренировку. Дзюдо – это не просто спорт или работа, для спортсменки – это образ жизни. Она поставила перед собой четкие цели и стремится достичь их. Дзюдо – это большая философия, жизненная философия. То есть дзюдо – это мягкий путь. И многие моменты – то есть это воспитание характера, сила воли. То есть где-то терпение, где-то те же самые поражения и идти дальше. То есть в жизни они по-любому пригодятся. Сегодня главная цель Марьяны Урдабаевой – это лицензия на Олимпийские игры 2016 года. И впереди трудный период тренировок и сборов. Времени провести работу над ошибками достаточно. Мягкий путь дзюдо готов открыть новые возможности. Никто не думал, что девочка будет давать результаты. Просто ну, ходит, кувыркается. Вот. Но вышло так, что это стало стилем моей жизни.